Как поживают твои растения, Грис? Продолжают расти, ты представляешь? И довольно быстро. Ты им как отец? Да, может и так. Я учился у лучших. У своих родителей? У моей прабабки. Родителей я видел нечасто. На Латероне не сладко жилось. Мне жаль это слышать. Конечно, они и сами усложняли себе жизнь. В каком смысле? Ну, моя склонность к риску отчасти от них. А, ясно. Знаешь, ты способен не только на азартные игры. Да знаю, знаю. Прабабка меня бы прикончила, зная она, в какие неприятности я вляпался. Пахнет вкусно, Грис. Не подлизывайся, парень, оно всегда пахнет вкусно. Когда ты уже научишься принимать похвалу? В чем секрет? У моей прабабки кулинарных секретов не счесть. Но должен признать, что это блюдо особенное. Это почему? Потому что приготовлено с любовью, заботой и моей хорошей ложкой. Все-таки нашел ее. Что в этой ложке особенного? Мне она кажется обычной. Что? Что особенного? Как это вы, сестры, ночи колдуете, а в простых мелочах магии не видите? Ты используешь ложку для колдовства? Колдовства? Кэл, приятель, она же не будет моей ложкой мертвых воскрешать. Когда мы знакомились, я бы не сказал, что ты можешь ухаживать за растениями. Да? А что ты обо мне думал? В основном, что ты не слишком рад видеть меня на борту. Я капитан этого корабля. Так точно. Я все еще он. И тебе стоит напомнить об этом той дамочке-ведьме. О, она помнит. Просто сложно воспринимать твое добродушное лицо всерьез. Да, я знаю. Не моя вина, что я так красив, Кэл. Несу это бремя всю свою жизнь. О, я рад, что вы не сдаетесь, капитан. Благодарю.